Уровень воды в Березовке идет на спад. В поселке по состоянию на 8 часов утра он составил 10 метров 23 сантиметра. Сегодня в населенный пункт прибыл вертолет МЧС с продуктами и палатками. На обратном пути борт привезет в Якутск детей. Напомним, что 2 июня из Среднеколымска спецрейсом 36 детей должны прибыть в столицу республики, после чего они отправятся в летний лагерь. Средства на оплату расходов выделят из бюджета республики. Всего из района на море планируют отправить 66 детей. На сегодняшний день обстановка стабилизируется, продолжается дальнейший спад уровня воды и будет наблюдаться в течение ближайших сутки-двое от 10 до 30 сантиметров спад. На сегодняшний день остаются подтопленными 4-8 жилых домов. В пункт временного размещения также люди размещены, продуктами питания, продовольствием, всем необходимым, медикаментами обеспечены, обеспечена охрана общественного порядка, медицинские работники находятся на месте. Также сегодня авиация МЧС России была доставлена в поселок Березовка 1500 килограмм груза, это имущество, это продовольствие, это хлебобулочные изделия, это медикаменты, дезинфицирующие вещества. Также на обратном рейсе из поселка Березовка в город Среднеколым доставлена группа ребят для отправки их в город Якутск для дальнейшего сопровождения их в пионерские лагеря.